Всем добрый день. Всем добрый день. Мы сидим, завтракаем. Время у нас, правда, практически 12, а мы кушаем, сидим, завтракаем. Ну и да ладно. София сегодня кушает опять свою кашку манную. Я говорю, давай пшеную сварю. Там чуть-чуть как раз осталось. Нет, и все, хочу манную. С чем ты кушаешь? С вареньем малиновым. Добавляет туда малиновое варенье, говорит, очень вкусно. А я сегодня, посмотрите, какая у меня тарелка полного клубничного супа, клубника с молочком. Не знаю, что сегодня хотела позавтракать, увидела клубнику, думаю, надо покушать. Всем желаем тоже приятного аппетита и всем хорошего дня. Всем хорошего дня. Вы смотрите, что у нас на небе. О, не знаю, будет дождик или нет. Ага. Ну, а так тут на улице солнце светит. Угу. Мы уже позавтракали, сейчас чуть-чуть полежим, а то прям очень наелись, очень. Вот, и София опять позанимается чуть-чуть, да? И на танцульки идем. София побежала на танцы. Сейчас давайте ее проводим. Наберешь мне, как придешь. Хорошо? Давай аккуратненько. Хорошо? Хорошо тебе танцевать. Пока-пока. А что за звук такой? Давай, пока-пока. Сейчас сидела, проверяла Софии на тетрадке по математике, по русскому, как она сегодня поработала. Вот. И у нас гром как шандарахнул. Ужас. Прям вообще. Лишь бы дождик не пошел. Ну, чтобы София домой пришла, не промокла. Вот. А мне сейчас пришло оповещение, что в Wildberries пришел наш заказ. Ну, точнее, Софиин заказ. Вот. Сейчас пока София на танцах, я пойду быстренько его заберу, чтобы она с танцев пришла и увидела. Я думаю, она будет очень рада. Она не знает, что я ей заказала. Вот. А заказала я ей головоломку. Вот. Ну, мы вам потом покажем, она придет. Мы это поснимаем. Головоломку, большой поп-ит, мега-поп-ит. Вот. И два поп-ита, которые она хотела. Это мороженка. Вот. И что она хотела? Вот. И я заказала ей поп-ит. Такой, знаете, необычный. Он типа... как бриллиант идет, и цвет такой прикольный. Ну, короче, сейчас я пойду все заберу, София придет, и мы вам поснимаем. Все, забрала я заказик, смотрите, офигенно. Ну, короче, София все покажет. Встретила я Софию, мы идем домой. У нас даже уже дождик чуть-чуть прошел. Я вышла, когда за Софией, у нас это, все было мокро. Но сейчас смотрю, вот в течение 5 минут все высохло уже. Че? София смотрит свои подарочки. Подожди, подожди, зай. Давай разденемся, все сделаем и будем распаковывать. Все, теперь у тебя есть мега-поп-ит. Классно. А вот эти, посмотри, какие красивые. Ага. Мороженка. А этот бриллиантик мне понравился. София тестит мега-поп-ит. Кстати, он мягче тыкается. Чем тот, который у тебя средний? Да. Сейчас он не громко. Или он сейчас это, ты перевернешь? Да, переверну. Ну, давай, переверни, попробуй, потом доделаешь. Ну-ка. Прикольно. Он такой яркий, посмотрите на свет. Смотрите, какой он яркий, большой. Так, потестили. Нравится? Да. Лайк ему? Да. Так, а это игра. Дай покажу коробочку. Так, игра называется Ike Roll или Ike... Подожди. Айкбол. Айкбол называется. Айкбол. Игра. Смотри, что нужно тебе сделать? Покажи. Вот здесь ты должна собрать синенькие шарики. Здесь красненькие. Тут зеленые, тут желтые. Вот эти вот крутятся. Вот, поняла? Вот так. Развиваешь свою голову. Должна додуматься и все собрать цвета. Следующий поп-ит. Мороженка. Сейчас нам... София скажет, как. Как? Нормально. Нормально? Да. А бриллиантик как тебе? Мне нравится его расцветка. Да. Да, да, он еще блестит. Следующий подарок Софии. Это вот такой вот домик. Он картонный.
большой, картонный, мы его соберем. Вот. И София берет в ручки фломастеры и начинает его разукрашивать. Там будут всякие животные различные. Вот. И будешь свой домик разукрашивать. Ты любишь разукрашивать? Вот. Все, мы открыли коробочку. Вот, сейчас будем собирать. Домик мы собрали, высокий такой, вы знаете, классный, его нужно весь разукрасить. Тут звездочки, смотрите, ночник туда поставить, и вообще классно будет. Так, тут у нас что? Так, Арктика всякие, тут у нас какие животные, не животные. Так, с этой стороны давайте сейчас вам покажем, что здесь. Так, тут Земля, Луна, Марс. Соф, подвинь на себя, пожалуйста. Угу. Так, а здесь у нас курица, петухи тоже животные. Окошечко все открывается. Вот. И еще. И еще здесь. Вот такое вот все. Обезьянки тут всякие. Попугайчики. 8, 10. 1 плюс 9. 10. 3 плюс 7. 10. 4 плюс 6. 10. 5 плюс 5. 10. Молодец. Будешь разукрашивать? А разукрасишь, он еще красивее будет. Да? Прикольно. Но мне понравилось. Да, то, что он этот, как его, картонный, ну ничего страшного, стоит нормально. Мама, подойди сюда, смотрите, как я это сейчас сделала. Здесь поп-иты. И здесь самый большой поп-ит в мире. Очень. Вот. Ну и как София будет разукрашивать, мы вам будем показывать, очень, как у нас он будет преображаться. А еще нам нужно внутрь домика. Давайте заглянем туда. Внутрь домика. Вот видите, окошки тут все открываются, тут звездочки. Сюда плед надо Софии постелить, и все. Иди сюда. Тут еще, видите, прям есть для это, для почты. Прикольно. Сейчас гулять выйду, хорошо. А еще пришел наш робот-пылесос, точно такой же, как у нас был. Он у меня стоит вот здесь, прихожку его поставила, но не могу опять к нему подключиться. Какой-то сбой мне выдают, мне кажется, я забыла пароль от Wi-Fi, из-за этого не могу подключиться. Не знаю, что делать. Сейчас буду звонить, наверное, в Билайн, спрашивать, как восстановить пароль этот. Так что вот такие вот дела. Посмотрим, как он будет убираться. Так, я его весь посмотрела. Аккуратненький у нас, хорошенький. Никаких как бы претензий нет, как и был у нас предыдущий. Вот, а как работает, еще не могу протестировать, потому что не могу подключиться. Так, Соф, ну все, давай делать дела. Надо покушать, София голодная. Ну, домой пришла уже, все, она забыла, что она не голодная. Мы уже поужинали, еле-еле Софию заставила кушать. Пока это готовила, вермишель варила, София натрескалась сыр. Вот эти вот, как он называется? Косичка. Вот, натрескалась этого сыра, говорит, я не буду кушать. Подошла ко мне, говорит, мам, можно мороженое? Я говорю, а ужинать? Я, говорит, не хочу. Я говорю, не, дорогая, так не пойдет, давай. Плакать начала. Я говорю, не пойдет, хоть что ты делай. Вот еле-еле заставила ее покушать. Покушала. И то вермишель поела, а грибы и сердечки не стала кушать. Все мне отдала. Я говорю, едок такой вообще. Ну, хотя бы вермишельку покушала. Вот сейчас мороженое трескает. А потому что знает, что в холодильнике у нее мороженое. И все. Не дает ей оно покоя. Она о нем думает. Надо покушать, покушать. И тут и аппетит пропадет, и все пропадет на свете. Так что такие вот у нас пироги. Соф, ну как тебе домик? София вот тут уже начала разукрашивать его. Постепенно весь разукрасит. Будет красивый, яркий.
Так, Софа, давай ты это мороженка покушаешь, как раз отдохнешь, да, чуть-чуть. Вот. И позвонить Ире и чуть-чуть почитать. Хорошо? И потом еще можешь выйти на улицу поиграть. Только не тяни время. Ну, на улице и так уже начинает темнеть. Хорошо? Так, друзья, всем доброго вечера. Доброго вечера. Да, я пойду попью чай. Накушалась, не могу, прям живот начинает это. Ну, не болеть, а так тяжесть в животе. Переела. София села уже почитать. Она молодец какая. Посмотрите, сколько она уже прочитала. Молодец. Каждый день читает по две, по три странички. Потом буду еще пусть почитает. Она читает Ире, бабушке. Вот, по WhatsApp созванивается, бабушка ее слушает. Вот, а сейчас вот она еще почитает чуть-чуть, и я посмотрю те страницы, которые она прочитала, выберу любой какой-то текст, и она мне его зачитает. Я послушаю ее технику чтения. Вот. Сегодня сколько будешь читать, покажи. Откуда вот читать будешь? Ага. Ну, страницы покажи. Страницы. Ага, ага. Так, ну давай, смотри, время уже это, София, на улицу. Если будешь сидеть просто так разговаривать, то это уже будет поздно, на улицу не пойдешь. Посмотрите, у нас уже темно на улице. Свечку стенки, вот, например, да. Я после военного супа уже давно прочитала. Картинка для него есть. Угу. Корни я тоже прочитала. Угу. Все, ладно, София, давай, звони Ире и читай. Все, иди, я отпустила Софию погулять. Все, давай, иди, время уже. Все, София нагулялась, искупалась, теперь дурит. Ну, хватит, хватит. Красотка. На улице не холодно? Жарко? Ты не замерзла? Нет? А то что-то это дома прям так прохладненько было. Думала, может, ты сейчас замерзнешь и не зайдешь домой одеться. Кстати, а у нас кто работает? Пойдем покажем его. Вот он. Он убрался? Два раза я его поставила на уборку сухую. А сейчас он моет полы. Я проверяю. Ну, пока ничего, но в этот раз он какой-то шумный, какие-то шумы издает. То, знаете, тихо-тихо-тихо, то прям какой-то шум издает. Посмотрим, сейчас пару дней поработает. Потом, может быть, это, проконсультируюсь, спрошу, нормально ли так работает или нет. Но, кстати, об диван также бьется. Вот он видит, что у него преграда, диван, что он не может проехать, и он все равно об этот диван может, раз вот убирался он, когда вторая у него уборка была, он об диван ударился раз пять. Если честно, я же с кухни пришла, ему говорю, ты вообще нормальный? Ты ударился раз пять об диван, ты понимаешь, что тебе туда не проехать, и ты все равно туда едешь. Странно. Время у нас 12 ночи. Надо уже готовиться ко сну. У Софии тут, посмотрите. Можно открыть? Ой. 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 Прикольно. Мама, это похоже на фотоаппарат. Ага. Ну что, тебе там нравится? Да. Классно. Огромный, правда. Коврик. Как коврик, ага. Так, ну все, мы будем готовиться ко сну. Такие звездочки прикольные. Мы, кстати, у Софии вон там вот есть этот, как он называется? Светильник. Светильник, да. Вот. И это мы думали, что они будут светить. Ну, он будет светить, и звездочки будут. Но не получается. Такой светильник, походу. Слабенький. Надо посмотреть.
какой-нибудь светильник хороший. Надо Софии туда купить плед. Вот. И какую-нибудь подставочку, что ли, чтобы она там могла ставить. Надо посмотреть. Все, София, давай. Может, в домике будешь своем ночевать? Нет. Нет? Я когда буду спать, по-моему, наверное. Да. Ну все, давай, выходи. И это за ним надо дела делать и готовиться ко сну. Время уже поздно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте свои комментарии. Всем спокойной ночи, пока-пока!